Список финансовых пирамид опубликовали на сайте агентства по финмониторингу. В перечень вошли не только организации, по которым вынесены судебные решения, но и компании, подозреваемые в незаконной деятельности. По данным ведомства, с начала года в стране выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4000 сайтов и аккаунтов. 52 тысячи человек отписались от опасного контента благодаря профилактической работе. Напомним, при инвестиции средств граждане могут воспользоваться телеграм-ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовых пирамид, просим обратиться в колл-центр АФМ.